Вы на канале Садовод Рулит. Приветствуем вас, наши дорогие подписчики и гости канала. Сегодня в обзоре мы вам покажем павильон с классической стильной женской одеждой. В ассортименте костюмы, сарафаны, юбки, брюки, кардиганы. Производство Киргизия, прямые поставки с фабрики. Товар продается как оптом, так и в розницу. Приятного вам просмотра. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, покупатели. У меня в основном костюмы идут деловые, стильные костюмы, офисные. Вот. Начнем, наверное, вот с этого. У меня вот такой костюм двойка, размеры идут 44-54, цвета вот разные. Есть электрик, черный, бордо и темно-синий. Вот. Ткань это у нас идет майер. Следующий костюм у нас идет лен с пряжкой. То же самое, размеры у нас 44-54. И вот. А цена стоит оптовая 1500. Что на первый костюм, что на второй костюм. У меня в основном юбка-жилет идут 1500, а 1450 и 1500. Это опт. Вот следующий костюм идут у нас двухбортный. Здесь черный цвет. Кстати, вот здесь тоже черный цвет и темно-синий. И то же самое. Здесь двухбортный у нас костюм. Юбки здесь идут классика. Размер 44-54. Вот. Цена то же самое. Следующий костюм. Здесь удлиненный жилетик с английским воротником. Юбка здесь классика, цвет у нас черный и темно-синий. Это все двойки идут. Вот. Карманы здесь везде рабочие. Ткань лен. Лен. Опт, да, оптом. Следующий у нас идет ткань майер. Здесь жилет идет у нас баска. С английским воротничком. Вот. И то же самое. 1500. Так, а где на юбочке? Юбка у нас здесь в основном идут французская длина 65 сантиметров. Юбочки классика. Кстати, на юбочках у нас, смотрите, на юбке у нас по бокам на резиночке идет. Вам потом я отдельно покажу, что на юбке, что на брюках. По бокам идет у нас на резиночке. Вот. Следующий двухбортный у нас. Ткань Рикардо. Двухбортный костюм, то же самое. 44, нет, здесь 44-56 размер. Юбка классика. Вот, цвета здесь темно-синие. Только темно-синие, черных здесь нет. Следующий у нас идет костюм. Удлиненный жилетик. Карманы сбоку. Юбочка у нас идет, ну, классика тоже прямая, с английским воротничком. Вот. Размер 46-56 здесь. Цвет только темно-синий. Здесь идет жилет, ткань майер. Юбка здесь классика, то же самое, 65 сантиметров в основном у меня костюм. Короткий жилетик с тремя пуговицами, рабочими карманами. И цвет у нас идет серый, темно-синий и черный. Три цвета. Размеры 44-54. Стоимость 1500. В основном у меня вот жилеты. И этот 1450 и 1500. Следующий идет ткань майер с пряжкой, с завязкой. Вот, цвета идут электрик, черный, вот такой бутылочный цвет. Вот, здесь 1500, рабочими карманами. Ну, так она красиво смотрится, на запахе и с пряжкой. Следующие костюмы у нас идут, костюмы это тройка, тройка электрика. Идет. Здесь вот, кстати, дорогие мои, посмотрите, размеры идут от 38 до по 60 размеры. Здесь тройка. Тройка здесь блуза, пиджак и юбка. Юбка здесь классика. Может, здесь даже поближе я могу показать юбочку.
Вот сейчас, кстати, вот и юбочки у меня в основном идут, все юбки вот такого плана, по бокам у меня на резиночке. Вот, здесь на резиночке идут юбки. Вот цвета идут, и электрика, темно-синий и черный. Вот если сбоку можно посмотреть. Вот. Следующее у меня идет тоже пиджак с юбкой. Здесь вставочка кокетка, прорезанными карманами. Цвет идет у нас черный и темно-синий. Юбка классика здесь. Так, а стоимость первого? Стоимость 1600. 1550, от 1550 и 1600. Это тоже тройка? Да, не, это двойка. Это двойка. У нас это двойка идет. То же самое. Это ткань лен. Вот. Кармана сбоку. Классика. Вот. Цвета у нас идут темно-синий и черный. Вот такого плана. Цена такая же. Следующая идет у нас из ткани Майер. Здесь двойка, удлиненный пиджак, прорезными карманами. Вот. Юбка здесь классика, 65 сантиметров, английский воротник. И пиджак такой удлиненный, очень красиво, кстати, смотрится, когда вот надевает. А здесь у нас тоже двойка костюм, карманы накладные, с двумя строчками. И ткань Майер здесь. Тоже классика. Здесь идет у нас двойка, сбоку прорезные карманы, юбка. Но здесь это двойка. Двойка у нас идет. Цена 1600. Следующий костюм у меня идет. Ну, в принципе, они так похожи. Галошейки вот эти. Но здесь карманы вот накладные получаются. Не накладные, а прорезные. С клапанчиками. Так, ткань Майер. Следующий у меня идет вот костюм. Такой. С воротником шалька. Карманы, вот посмотрите, карманы у нас вот так сделали. Это у нас по заказу мы отшивали. Вот. Размер идет здесь 44-56 костюма. У нас как бы своя фабрика, не как бы, а своя фабрика и Киргизия. Производство Киргизия. Следующий у нас костюм идет. Стойка-воротник. Кстати, тоже очень красиво смотрится. Вот на карманы посмотрите. Здесь юбка с пиджаком. Цвета у нас идут разные. Бордо, бутылочные, бордо и черный цвет. Вот, цена такая же. Это все оптовое. Следующий костюм у нас идет вот такого плана. Здесь юбка черная, пиджак с четырьмя карманами. Клетчатый пиджак. Ткань у меня в основном идут Рикардо, Майер, Босс. Такие несколько. Вот гусиные лапки. Гусиные лапки. Здесь удлиненный пиджак, накладные карманы, прямая юбка. Длина здесь 70 юбки. И пиджак удлиненный. Рукав тоже удлиненный. С английским воротником. 1500. Ну и это у меня такие вот костюмы. Летние уже на распродажу я поставила, а повесила. По 1000 рублей вот такие костюмы. Дальше сейчас я покажу, какого плана у меня костюмы. Вот такие белые. Такого плана костюм. Это тройка идут у меня. По 1000 рублей я их уже как бы распродаю. Тут покажу. У меня как бы идут еще
пиджаки, ой, да, пиджаки галошейкой, вот с карманами. А так, вот, вот этот пиджак у меня стоит 1000 рублей. Это оптовая цена. То же самое здесь идут из льна. Это французский лен. Цвет красный, бежевый. А это из жаккарди сделана ткань. Ну, пиджак все как бы одинаковый фасон. То же самое из льна идет белый, голубой, небесно-голубой, темно-синий и черный. Такие. Здесь размеры идут 46-56. То же самое. 46-56. Дальше мы идем. Жилет такой средний с клапанами, галошейкой. Здесь размеры идут 46-56. Стоит 1200. Есть черный цвет и темно-синий. Ткань здесь Майер. Кстати, все костюмы у меня идут, что жилеты, что костюмы идут, они все на подкладе, круговой подклад. Дальше еще вот такой пиджак у меня есть с английским воротником. Вот она. Есть темно-синий и черный. Ну, здесь вот блузки у меня висят, топы, блузки. Такого плана темно-синий, белый. Но здесь стоимость в основном идут от 400 до где-то 550, оптовая цена. А размеры здесь идут 44-54. Кстати, вот эти майки у меня как бы большие мерки. То же самое, топ. Можно смело на один размер побольше брать. Вот, стоимость то же самое. Вот, от 400 и выше там. Идут наверху у меня жилеты, жилеты короткие, оптовая 800, там черный, бордовый цвет, электрика темно-синий и вот бордовый, темно-синий, черный, электрики темно-синий. Здесь размеры 42 и 56, тире там 56. Ну здесь вот и юбка у меня как бы на распродаже тоже стоят. От 500 рублей. От 500 рублей. Брюки у меня. То же самое. Там от 500 рублей. Оптовая цена. Жилет, кстати. Вот у меня тоже серенький такой жилетик. Здесь размеры идут от 38 до 58 размера. Дальше мы наверх, да, поднимаемся. Дальше у нас идут такой кардиганчик, удлиненный жилетик. Могу вот так поближе показать. Накладные карманы. Здесь вот 42-52 размеры. Размеры 42-52. Вот такого плана карманы идут накладными. Дальше у нас идут сарафаны. Это вот сарафан, обманка. Вот вроде бы спереди смотрим, как юбка. А на самом деле вот этот сарафанчик. Здесь размеры 42-58 на этом сарафанчике. Секокожий сарафан. Секокожий, то же самое. Здесь 42-56. С ремнем секокожий. Вот сарафан. Вот эти 1200-1100. Разная цена здесь. Вот. Мне, в принципе, от фабрики и недорогие цены. Так, а тот, который мы сняли, здесь показали. Карманы все рабочие. Во всех нас. И здесь, кстати, карманы тоже есть. А которые вот такого плана. Вот. Да, я вот сюда поищу. Вот такие у меня вот есть сарафаны с двумя пуговицами, двухбортные. Снизу они идут на складочки. Вот. Шалька круглая, шалька воротник. Вот. И вот платьишко, сарафанчик идет тоже с тремя пуговицами, с поясочком. Такие вот платья разные. Это как бы осенние, но тоже берут сейчас их у меня на запахе. Какие идут. Размеры?
И здесь идут размеры 44, 54. Но вот на этих можно смело, на 58 даже женщины у меня брали. Они большие мерки, цвета очень много. Вот. Идут фиолетовые, пудра, бордо, вот мята. А стоимость? Стоимость здесь 1500 платьишки. Идут вот такие вот кардиганчики. Это жакетик на подкладе. Тоже 1200 укороченные. Это укороченные. Вот такие с пряжкой идут. И опять же напоминаю, она полностью идет у нас на подкладе. С пряжкой. Это графитовый свет такой. 1550. То же самое. С одной пуговицей. Здесь размеры идут 44, 56. А вот здесь, вот смотрите, 42, 60. Цвет идет здесь темно-синий и серый. С одной пуговицей, стойка, воротник, карманы везде рабочие. И здесь, кстати, карманы тоже есть. Вот такой. Карманы рабочие. То же самое, 1550. Есть вот такой вот кардиган, всякой кожей воротник, карманы на молнии с двумя пуговицами, двухбортные. Эти по 1400. Вот. Но здесь я вам сразу скажу, без подклада. Летний такой вариант. Без подклада идут. Сарафан. Сарафан, молния тоже красная. И поясочек красный. Сарафан у него юбка. Вниз идет полусолнце. Вот 1200 юбка. Есть вот такие вот у меня брючные костюмы. Ну, оно более такой осенний вариант. Они у меня висят. Вот. Здесь брюки идут трубочкой. Темно-синие. Темно-синие и черные. Стоимость 1800. У меня еще вот наверху висят платья. Это великана называется платье. Размеры идут от 58 до 68. Идут эсека кожи, такие широкие, по линии колени будут. А эти чуть удлиненные. Спереди они покороче, а сзади вот сделано. Молния, кстати, открывается, закрывается так сексуально. Стоимость этих платьев 1200. Вот, цвета идут черные, бордо. Такой коричневый. Следующий у нас костюм. На этом ряду полностью костюмы у нас идут брючные. Брючные костюмы здесь вот Барби. Ткань Барби называется двухбортная, оверсайз. Здесь как бы штаны чуть-чуть зауженные, а пиджак у них посвободнее. Размеры идут 48-54. Цвета у нас идут мята, пудра, темно-синий и фисташковый. Такой воротник отложной такой. Тоже на подкладе, да? На полностью костюмы полностью идут на подкладе. И карманы здесь рабочие, и на брюках рабочие так, а карманы. На резиночке сзади? По бокам на резиночке. Вот как я юбку показывала, она полностью идет на резиночке и по бокам. Такие? Эти костюмы 1600. То же самое, 1600 прорезными карманами на запахе. Идут фисташковый, ну здесь он чуть-чуть приталенный, когда вы завязываете, он приталенный получается. Так. Брюки у нас идут со сгибом, ну такой классика, обычная классика брючки. И цвет у нас идет фисташковый, темно-синий, были другие цвета, просто их разобрали. Следующий у нас костюм идут клетчатые. Кстати, вот я показывала вам вот осенний вариант, а это вот такого, сейчас вот покупа, как бы носить. Темно-синие. Здесь штаны идут у нас такие пилот, широкие. Пиджак у нас коротенький, не длинный, с английским воротником, с окантовочкой, накладными карманами. Идут цвета вот такого плана. И вот вставочка здесь черная, и брюки тоже черные. Здесь синие, брюки темно-синие, то же самое. Следующий костюм у нас идет удлиненный пиджак с английским воротником, с клапанами,
с клапанами, пиджачок. О, пиджак удлиненный, а брюки такие, тоже классика. Кстати, вот на манекене красный цвет. А здесь электрика. Цвета у нас идут электрика, темно-синий и черный цвет. Цена 1800. 1750-1800. Здесь у нас белый костюм. Тройка. Здесь топ такой. Сейчас я вам даже сниму, могу показать. Цвет у нас идет здесь такой шампань, черный. Сразу я вам цвета скажу. Черный сзади висит. Вот шампань и белый. Белый. Здесь у нас вот топ такой коротенький. Пиджак такой средней длины. И штаны классика. Штаны у нас классика. Обычно. Сколько стоит тройка? Цена 1750. Такая тройка. Вот. Дальше у нас костюм идет эко-кожей. Гусиные лапки. С одной стороны, с другой стороны эко-кожа у нас. Эко-кожа. Штаны у нас эко-кожа. С одними накладными карманами. С поясочком. Цена 1750. Здесь удлиненный пиджак. А брюки у нас 7/8. Зауженные брючки. Цвет у нас идет черный-белый и такой кофейный, капучино. И брюки то же самое. Здесь идет у нас костюм из льна, такой зауженный, то же самое, 7/8 здесь. Так, я могу даже вам снять, показать поближе, чтобы было видно. Костюм с ремнем. Вот. Отдельно. Здесь рабочие сбоку карманы с английским воротником. Цена здесь 2000. Кстати, вот я вам показывала костюмы вот такого плана. На них можно вот отдельные жилеты купить. Красный жилет, электрику и черный. Мне некоторые вот розницы приходят, девчонки покупают, они как тройку покупают с пиджаком. Дальше у нас идет, ну это мы такие, летний вариант по брови покупателей. Из японского шелка у нас костюм, широкие штаны полос, вот функция, цвет, да. Вот они вот так будут смотреться, как на манекене. Цвета у нас идут фукция, черный цвет, вот, голубой цвет, изумрудный цвет со спущенными рукавами, с английским воротником. Стоимость? Стоимость 1700. То же самое здесь у нас идет из Сингапура. Прям лекала один к одному, вот и сделана из Сингапура. Цвет только вот такого, пудру. Это мы отшивали по заказу, тоже как бы. И цена 1500. Из японского шелка у нас идут шорты. Шорты такие, по линии колени. Вот. И вот, сзади такой удлиненный. Сзади спинка удлиненная, спереди покороче, из японского шелка костюм. Цена 1600. Цвета, кстати, идут вот изумруд, это графитовый цвет, изумруд и голубой цвет. Голубой цвет идет. Дальше у нас идет костюм. Это уже у нас костюмы пошли классика. Такой удлиненный жилет. Штаны пошире. Вот у нас в основном вот школьницы приходили, заказывали, да и молодые девушки. Цвет такой графитовый и черный, и черный цвет, и черный, а с английским воротником. Стоимость 1700.
то же самое, вот рядом удлинённо. Это все вот как бы у меня оптовики заказывают, и я отшиваю побольше. Вот. Здесь вот удлиненный жилетик, карманы рабочие, но здесь классика, штаны классика, не широкие. Вот с одной пуговицы, кстати, точно такие же вот кардиганы вы снимали с одной пуговицы, только удлиненные. А здесь чуть покороче они идут. Вот. Стоимость 1700, то же самое. Вот здесь у меня идет костюм классика, это двойка с клапанами, с тремя пуговицами, такой шалечка, воротник тонкий, штаны вот классика, то же самое. Здесь снизу 20 сантиметров. Вот. Классика обычная. Вот. Классик тоже берут очень хорошо. Их. Здесь вот костюм с английским воротничком удлиненный. Жилет. Вот. Карманы тоже такие необычные. То же самое. Цена 1700. Следующий костюм идет у меня. Вот. Так. Это двойка костюм, идет с коротким жилетиком, галошейка, с клапанами карманы и брюки классика. Дорогие мои подписчики, ждем вас. Наш павильон на втором этаже, ряд В, место 35. У нас еще ассортимент будет. У нас вообще прямая поставка с фабрики. Мы как бы, у нас свой логотип, вот Айгульсу. Мы принимаем большие заказы, отшиваем. Приходите, ждем вас с удовольствием. До свидания, мои дорогие.